17 апреля, 16-й год, Харьков, и день одной улицы. Улица искусств. Герой праці. Вряд ли это к дню одной улицы сделано, но... Apple. Наверное, Стив Джобс. Хотя прическа моя. Инкогнито 991. Так, очень похоже на перпетум мобиля тем, что не работает. Но вообще не знаю, что это. Придумали, можно посидеть. Плыви, где-то он рыбу любит. Про существование Кэндимена я слышал, про существование Трэшмена не знал. Траш. Прямо как комплект БМ-21 Град. Под ноги кто будет смотреть? Против течения. Максим Кисман. Кисман. Так, Тедди Бир, Тедди Б, не сложилось. Тедди Медвежонок в моем сердце. Thank you.
личные вещи сзади, чтобы можно было, то есть во всех, я не вижу всех людей. Нет, нет, все хорошо. Затянишь, и вот просто человек, понимаешь? Меня. Спасибо большое. Алена, я тебе говорю, ну, можно проголосовать. Чего не трогай, пока Маша. Там Маша. Она видела все остальные? Пойди посмотри. А вы не помните этого парня? Food from Loft. Лофт. Лофт, что такое лофт? Подвал, чердак. Food promовский. Хочется надеяться, что произведение искусства так и должно было выглядеть, а не вандалы подсобили. Но, скорее всего, все-таки вандалы. Так, еще ракурс надо выбрать. Вот она, Верховная Рада. Ну, отсутствие узнаваемых лиц понятно, а вот отсутствие узнаваемых зданий. Хотя нет, вот этого знаю, товарищ Наполеон. Суворов. Барон Мюнхгаузен. Это, по-моему, Фемида. Продолжение следует...